Да? Прикольно. Раунд. Все? Да, следующий. Вон Мурина ползет. Вон внизу. Вон она. Вон. Ой, какая страшная. Вон она. Страны большие. Да. Дальше большие. Мурина сколько? Большая. Мурина. Центральная. Это соединяющая. Лучше здесь на корм рыбкам дать, да, чем всякие фото. Фото с животными. Как змеюка, да, такая? Ну да. Вот это смотри. Это как это. Ой, смотри, какая большая. Да. Ой, нифига, прикольная. Блин, это как в этом, блин, нифига. Рыба-ёж. Я рыба-ёж, длина иглая. А он типа керчак, а тоже японский морской петух, наверное. Ой, деквестер. Крылата. Да. А это вообще. Это вообще какой-то же зубы такие поломанные. Да ты сюда махаил. А, под этим острига. Не трогай, нельзя. Нельзя. Может. Руками. Видишь, что спущу? Да, точно. А, взломит тебе. Ну, дальше. Смотри. Акула, скат. На суде. Осторожно. В этом. Электрический. В море есть такой же, ну, в Белом море. Козявки. Подсветки мало тут. Ничего. Чё, смотри, там какие светящиеся. Ну там, смотри, ой, какая красивая. Это акула. Телефон держит. Так, следующий. Череп. Это, да, вроде, ну, это пираньи, кстати, да. Страшно. Все же, не трогай, блядь, пока, красавчики. В этом крал. Вот это красивенькая. Ну да. Фламандер или как? Фламинго? Фламандер. Нет, это не фламандер. Да. Кушать хотят, кушать. Вон тут, кстати, как коралл называется даже. Морская удавца зовут. Бабочка пинцет. Не полезет. Черепаха. Черепаха? Ну-ка, черепаха, посмотрим. Ой, какая черепаха, покатай меня на спинке. Бедная бы, за одну одна черепаха. Да, хоть бы напарница какой-нибудь, да? С рыбками. Блин, бедная. Ну, может, ее там тоже это... Хоть... Четыре рыбки, они, а вон смотри, это кто там такой? Бурена. Ой, блин, какая страшная. Это, там так, ну, зоопарк. Вода чистая. Блин, вообще, у нас в подводном мире они так и плавают. Прикольно. А Мурена, да?
Это лангуст. Привет, однофамилец, лангуст. Лангуст. Привет. Этот, как же. Лангуст. Вот это лангуст, а вот это лангуст. Так что... Не обзывайте меня в штаб. А кто бывает? Да, в школе, помню. Вон, смотри, да. Ой, смотри, какая злая. Не то, что в Геленджике, да? Тихо-тихо. Ой, смотри, там еще акула лежит. Угу. И прикинь, рыба прилипала тоже. Штраф 500 рублей. На что? За ее фото с пушкой. Да, прикольный акул. Ну, они такие небольшие. У нас, кстати, эти сельдяные акулы ловятся в Белом море. Они такие же, кстати, по размеру. А прикинь, он на чёк не ест, что ли? Смотри, какая рыба прилипала, да? Mm-hmm. Она больше акулы, ой, точнее, меньше акулы немножко. Ну, сколько раз. Mm-hmm. Ну да. Смотри, какой у них этих белых, желтых, смотри. Mm-hmm. Какой плавничок такой. Mm-hmm. Какой? Раз, два, три. Не то, что в Геленджике, да, там? Mm-hmm. Блин, yeah. А? Вот, смотри, какие. Эти, как их называют? Блин, как их называют, вот такие? Ой, тунцы, они сюда попали. Они их не едят? Ну, они тут уже как-то их одного чем-то кормят, а по-разному. Ой. И рыбу прилипала тут вон, вот это она. Вон, у нее внизу должна быть. Прилипала, вот мы, вот это. Да, можем вообще. Точно можем. Ну, ничего у них, то большой, кстати, кинарик. Блин. Осторожно. Ну, давай, иди. Горящие лампы, так что не прикасайся. Пошли туда. Нифига прикольно сделано, да? Молодцы. Вон черепахи. Вон, смотри, да. Красавчики. Ну, это карпы, наверное, да? Как называется? Не знаю. Есть красные карпы, есть это. Акула пролетела. А вот тут, смотри, стекло, что ли, наверху, да? Ну да. Они прямо... Смотри, телефон держит. Все, 10 минут, хорошие.